А я, по-моему, даже без катализатора получаю. Кобра 2Х. Надо Кобра 2Х поменять. Check your equipment! Пополнить, принять. Подствольник, стошка, принять. Ты уже удрал? Я быстро. Там по балкончику двое бегали. Я понял. Отбегались. Не успею до тебя добежать. Оп, ты, оп, ты. Одного убил. Второго убил. Третий залег. На лестнице кончил. Дверь закрыта. Там кто-то. Cover me! Это ты скачал или кто? Я. Это ты открыл? Да. Я просто прицел сейчас мою, у меня прицел, блядь, 4x, я поэтому. О, молодец. У меня 4x, 4x решает, конечно. Обидчик мой. Да? Подожди, у меня какой x, кстати? 2x. У меня 2х, да, кобра. Да, я его выбросил нахер. Маловато здесь 2х. Что-то бежит. Нет, на это ты бежишь. Слушай, ну я зайду лучше в дом. Ух, ёпта. Только я на второй зашел. По мне тут работают сразу. Снизу сейчас в дом зайдет. В смысле, ты умер, что ли? Вот двери, да, внизу убили меня. Ну, я косой просто, поэтому и... Поэтому убили. Я пока оружие принял. Так. Тихо. Компенсатор. Я тоже глушу взял, чтобы тихо работать. Ух ты. Кому ты что доказал, непонятно. Блин, он представляет, так... продолжает работать по мне. Мне кажется, сзади. Да. Твою мать. И последний патрон кончился на нем. Прикинь, грена около тебя. Это они закинули дымовушку. Жалко, вот лечить напарника нельзя. Вот это вот я не понимаю. Можешь поднять. Хорош. Около головы прям. Да, я вижу. Там работает, так и работает с этой. Вон, видишь, там. Я никак, 4, его, да? Никак не могу его. Смотри, не можешь. Подойди к нему по-братски. Сейчас дверь войдет, да? Да, наверное. Да, побежал. Ой, ёп. Здрасте. Выпал. Че это? Дымовушка, скорее всего. А че ты в дом покинул? Да ты затрал меня уже, падла. Откуда вот он стреляет? Вон он, около камня слева. Вот не вижу его. За камнем, вон голова. За камнем, сверху. Да? Да, вот она. А, да, в натуре голова. Я думал, блин, а че он сейчас не стрелял? Тупил? Да. Это же бот. Как и ты. Подобрать у меня М24. Хорошая тема. Может, мне М24 взять? Нет, оставлю это. Итак, прицел 4Х. Ну, хоть вблизи буду работать. Да знаю я, что вы здесь. В яйцо ему. Да знаю я, что вы здесь.
Ой-ой-ой-ой, патроны кончились. Ёп. А чё мне так быстро патроны кончаются? Это меня очень... штук всего. Прям очень бесит меня. Ну, как он тебя по тебе промазал? Косоглазый, блядь. Я в прошлый раз, первый раз вылез тогда, он промахнулся. Я второй раз вылез, и это было последнее, что я сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж зараза такая. Ну сейчас оттуда двое выйдут справа, да. Из прохода. Пока ты здесь шебуршишь. Вот попробуй взорвись. Тут вместе с этим. Ну нахрена мы с тобой, можно сказать, прошли. А ты хочешь, чтобы я взорвался. Нет, ты же говоришь, что если я повертываю, значит, ну бы релоуднись. Давай, топай сюда. Сейчас далеко идти. Да? Говен. Тем более, ему страшно, мне же подстрелят на входе. И опять я буду смотреть каточку твою, лысую. Твою мать, меня из зумба какого-то кончили. Просто, блядь, одна, просто один пук, блядь. Ну, теперь твоя очередь, брать. Би. О, понятно. Посъем. Да, вот. И как они тебя не закопали? Ну, боты. Не, подожди, я выстрелил вообще-то несколько раз. Да, одного, может, вальнул из трех. Молодец, молодец. Давай еще. Сзади уже тебя оббегают, братан. Сзади. Ну и спереди заодно. Тебя сзади обходили. Не пойдешь его забирать? Тебя сзади ебут. Ага. Вот ты... Вот-вот, бежит. А что, не стрелял? Не стрелял, три раза даже. Серьезно? Фига себе. Странно, ну ладно. А что странно? Это же твоя игра. Мой кроссовок валяется. Смотри, кстати, Adidas. Ты же это... Ты правда в Adidas? Когда посмотреть? Не, я не видел, у меня табличка уже была. Как так? Табличка красота. Да, в натуре. Нет, это не Adidas, 4 полоски. У тебя тоже 4 полоски, я говорю, да, у тебя тоже Adidas. Adidas 3 полоски. Абибас. Так, ладно. Пойдем работать. Солнце еще высоко. Ой, прошел к тебе. К тебе прошел. В смысле, ко мне прошел? Да вот прям здесь. Ну как нет, вот за забором. Нормально, нормально. Там вот я убью. Да-да, убил. Ну нет, два. Пробежал второй. Пробежал тоже, да, видел. О, ёпти, вот прям на сверху. Убил я его. Убил? Да. На нашем балконе. Нет, на нашем. На ближайшем. Да не, на ближайшем. Я убил на дальнем. Не, здесь, на ближайшем. Как это? Вот он, я же говорю. Сейчас я перезаряжаюсь. Нахуй нам вот он. Так, я захожу в дом. В доме чисто. На первый этаж, по крайней мере. Посмотрим, как здесь. Козла. Убил, все, двух убил на балкончике. Ну, в дальний дом. Все вроде. Успокоились. Боятся папку. Фак! Снайпер! Че побежал? Какое-то говно. Слушай, обижит? Побежал.
А я не могу его. Сейчас тебя как сзади пришьют. Сейчас я убегаю дома. Не-не-не, не оббегай. Я мониторю, все нормально. Ты живой? Да, я живой, лежу на балконе, потому что меня окучивает кемпер. Я убил живого его. Кемпера убил? Удали. Не знаю, по мне херачат из дальнего здания. Да-да-да, вот он и херачит. Задирает просто, не, все, нет, я там двоих убил уже. Там чуть ниже еще один сидел, блядь, из автомата фигарил. Вот, еще пробегай дорогу. Готов. Да-да, я, мы одновременно с тобой выстрелили на него. Я к тебе. I'm reloading! Я понял. Можно ничего не говорить, да, по звукам понятно. Пойдем дальше. Конечно, а что сидеть? Зарядиться, магазинов полно. Не забудь, там в проходе лежат товарищи. После скалы. Двое. А один... Я подальше обойду. Один лежит, он уже херачит. Да, я живой, но хз такое, прям он меня покусал от души. Бегу к тебе. Ну я ближний бой, видишь, не могу, у меня 4x и лазерника нет, поэтому... Ух, ёпта. Ой, блядь, из тебя, блядь. Прикинь. Ну я рядом с тобой стоял, и всё, и умер. Ой, твой командир убит. Ты что-то сделал? Я думал, вообще-то в него попадет. Ну, видимо, нет. Повезло тебе, кстати. Лазерник решает, да? Да. Совсем понятно, куда стрелять. Сейчас сзади, если придут, то все, до свидания. Да не придут, ты ни хрена никому не нужен. Че так долго установишь? Грену не можешь туда кинуть? Да кинул вон фаер даже. Пиздец. Классные звуки. Так, мы до Б, кстати, так и не доходим. Мы на А, блядь, заедаем. Так, я аккуратно, здесь. Да, там я количество понял. Дохуя должно пригреметь товарищей. Минус два. Давай, я с этой стороны жду. Там, да, побежал к тебе, да. Одного нет, там второй промелькнул, я пока жду. Ты пока этих чехли. Кошка попал. У меня нет никого. Ну, я здесь двух принял. Ты там двух. У меня патронов нет. Я не понял, мы взорвали эту херню. Где патроны? Патроны здесь. Где? Дальше, около Б пошли. А, около Б, блин. Меня около патронов убили, давай впереди. А, все, нашел. Бежит что-то. Видел. Кстати, мой скин бежал, прикинь. Я сам с тебя убил. Это чё? И разбежались. Трое вдали. У меня 4x, я их прекрасно вижу. Тут бежит. Да я топаю. Да ты... Ты вообще не топаешь, ты у меня этот... Вообще, в таких катакомбах надо бы автомат взять. All right, let's go! Отбежит. Минус один. Я сверху. Хорошо. Come on, I'm right. Сверху я, блядь. Чё, кончили? Умер. Да. Да ладно. Бошку один раз дам. Я умер. Так, снаряжение. Let's go, let's go, let's go! Хорошо.
Твою мать. Он сидел где-то, прикинь. Он, то есть он вообще не топал. Благо он let's go, let's go, let's go и... УБЗ. О. Ходят они тихо, слышь? Они ходят с альтом. Просто боты звери какие-то. Не боты, а звери. Вот этот бежит. Вот я его спарил. И смотри, пошел. Смотри, я медленно. Не вижу, не смотришь за меня. Да-да-да, я пока это ох, я дебил, ох, я дебил. Все, цифры кончились. А, вот еще. А если я вылечную магазин уберу, лазерный прицел. Нет, хочу. Один пламя-гаситель. А, я могу разгрузку уже взять. Точно. Принять. Сохранить. Да, я рядом с тобой. Пока все настроил. Аккуратно, можно умереть от бочки. Да, я ж всего боюсь тогда... в этой игре. Нет, я тогда помню, что тебя убил случайно, и потом умер на бочке специально. Попробовал заодно. Нормально. Угу, я понял тебя, братан. Такое самое. Спецназ зовет Цикло. Так я же Арабский Эмират. Так они вообще ничего не боятся. Почему ты этими не обвешан? Взрывчатка непонятно. У тебя же лицо смертника. Откуда стрелял, это я не понял вообще. Из дома дальнего, скорее всего. О, да, очень-то отсюда. Так хер знает, конечно. Блять, куда угодно. Дырок, блять, сколько. Слышал? Да. Конечно. Это он типа встает и ложится? Ну, они здесь это умеют, да, я помню. Нормально. Все, ты убил. Да, конечно. Он лег. Он лег. Ты в него попал. Я в него попал, но не убил. Да вы задрали меня уже, вашу мать, со всех щелей. Где ты, Виталий? Ёп. Вот сейчас откуда было? Там даже не видно ничего было. Хедшот из МП-7. Пистолета, пулемета какого-то. Надо автомат брать. Все, я автомат уже взял. Хотя первый надо. Шмаляй. Так, верхом, низом? Или как обычно, ты верхом? Да пофигу. Ты командир, тебе и решать. Where is the commander? А почему я командир? Прошел. Умер. Убил двоих. Вот там вот около дома ты как раз туда прицелом посветил, я видел. Да ты че вообще? Две пули в него вошло. Нет. Я не умер. Но просто я в него попал пару раз, а он не умер. Как же я плохо попал-то? Видимо, сам не точно попал. Либо ты попал в броню. Ты мансишь, кстати, забавно. Так, пойду в дом зачекаю. Так, первый этаж чист. Яна, говори! Это что такое? Это я, перезарядка у меня. Хожу на балкон. Балкон бежит, тоже... бежит. С улицы. Контакт! Не вижу. Убил. Это ты бегаешь? Да, это я бегаю. Все.
По улице еще один бегает, я увидел. Hold on! Здорово. Одновременно меняем магазин, да? То у меня кончилось. Что, даже если я не буду менять, что, что это мне даст? О, чувак пробежал. Готов. Сверху, поверху там где-то пробежало. И мне кажется, снизу еще кто-то прошел, если это не был... Это я был, я внизу бегаю по улице. Ух ты, кто-то меня кирпичи выбил. Около лица. Да, это я выстрелил. Но это какая-то так. Херня. Сейчас нашел, мне кажется, нашел. Убил. А, вот он в траве все время там лежит, сучка. Как больно, ой. Ой, как больно, надо. Не знаю, того ли я приделал, но бежал он на нас. Хорошо. Наверное, не это важно. Того. Так, ты бегаешь? Да, я уже здесь впереди. Выходи. Так, мне кажется, у меня ранение. Нихуя, что-то ты стонешь. У тебя жопа в крови просто. Менстра, что ли? Да, да, да. Стрелили яйца, Валера. Ой, ёпта, это что, 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 откуда? Откуда? Убил я его. Так, надо издалека, это больно иначе. Лежачего нет в проходе. Еще одного нет. Нет, там второго еще нету. Хорошо, там, ну там вроде три было или четыре. Аж так аккуратней. Ара там, да, стреляет. Это я стреляю. Да. А, это ты стреляешь? Да, я проверяю. Темные места. На всякий случай брызнет. Значит, оно. Перезарядочка. Че, ставлю? Живые. Да. Ну, с 10-го раза уже что-то получается, да. Не, ну когда ты первый раз сюда ходишь. Ну, рвать не буду, да? Отходим. Я отошел. Так, занимаем свои тактические точки. Я здесь, ты тут. И ждем ну, людей. Типа того, да. Чуть не повезет. Понял. Сколько убил? Ты мне количество говори. Вроде троих. Хотя один заорал и, скорее всего, убежал. По мне работает, слушай. Еще как бы больно работает, сучка. Ничего себе, он далеко. Валер, ты меня все фейти отнял, потому что ты ушел далеко. Я не ушел далеко, где я? Я прям на бомбе стою. Ой, ёбаный. Одного нет, второй раненый. Слушай, у меня один патрон остался. Так, второго убил. Давай я к тебе подойду. В основной пушке. Так, я к тебе. Я здесь. Или что это? Хавай патроны. Ты хаваешь патроны? Я здесь. Добежал только. Ага. Давай я тоже похаваю. Угу. А зачем я перезарядил? Так, бегут. Окей. Я здесь, я готов. Давай. Лук. Ни хрена себе, низом прошло. Я минус низу, 2. Хорошо. Не, справа, я справа фланга. Я сверху жду тебя просто. Жду сверху, чтобы стрелять им. Да, хорошо. Тут бежит. Так и нормально бежит, кстати. Убил. Я смотрю, ты отступать начал, сразу подсоединился. Еще да, бежит. У меня потому что кончились патроны вдруг внезапно.
Это откуда? Отходи, отходи, отходи. Да, 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 вообще там. И где он? Тихо, 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 не суйся, я снизу его отработаю. А он где-то сверху стреляет, по второму или на третьем этаже. Хорошо, пусть стреляет. Чекаю. Давай. Он куда-то, прям вот как на Б, как будто на Б. Сука, не видать. Ох, нихрена себе. Вот это откуда это твою мать прилетает-то? Я не пойму просто. Может, в окна? В окна, да, он, видимо, встает и шмаляет. А, лежит вообще. Убили его, нет? Готов вроде. Побежал он и его. Побежал, видел? И помер, а? Не знаю, помер он, не помер. Я в него засадил точно, а вот помер. Я тоже вроде шмальнул. Может, он умер, конечно, за бустером, но что-то такое ощущение, что он там лежит, ждет. Я перезаряжаюсь. Перезаряжаюсь и идем. Патрончики возьми. Нахера, у меня 5 рожков по 40 патронов. А, у тебя с запасом, так сказать. У меня автомат. Ты готов? Да-да-да, я пошел. Я ушел опять. Кто-то там работу начал. Ну это прям адовый геморрой. А, прям из этого. Убил ты его? Без понятия. Я просто стрелял туда, пока... Убил. Башку. Он не из окна... А, это окно. А мне кажется, что это дверь, потому что я низа не вижу. И видел я только его голову. Че, ножки сломал? Да, прыгнул там с балконом. Слушай, не бежим. Так, перезаряжусь. Давай, я контролирую. Пошел. Ну это прям больно, блядь. Просто больно. Ну слушай, ну забавно. А потом, знаешь, как мы людей будем рвать потом. Вот это он там? Сидел, оказывается. Ну вот брызнул на стену. Видишь, куда смотрю? Да, Юго-запад. Да, далеко. Как далеко, на углу это прям домика. Не-не-не, да это тот, который убил меня в прошлую катку. Ага. Я думал, что это горшок. А это вот здесь я мансил. Все, слушаем, слушаем, слушаем. Вот он, чувак, лежит, да. Весь в крови. Так, нам куда? На Б? Ага. Захват? Да. Так, я дверь закрываю. И я тоже. Валера, ты что там делаешь-то? В смысле? Тебя прикрываю вообще-то. Не надо, не надо. Олдон! Я здесь. Ты мог меня попасть? Right, ну не попал же. Защитить это вообще больно. Ёбаный. Тут комнатка есть классная. Может, ты ко мне придешь? Нет, нет, я сел, меня видно только в окно. Я вижу дверь и окно. Так что защищай комнатку, я защищу здесь. Get to cover! Get to cover! Двух нету. Трех. Четырех нету. Минус 3. То есть итого 7. Восемь. Флешку бросили, но промахнулись. Да, если б бросили мне, то я хожу. 8. Это бот просто был. Они, кстати, наебали. Да, чтоб горели. В смысле, это не я бросил туда грену, я сюда зажигалку Валера, бросил. Валера, Валер, ты не слышишь? Грена нормально прилетела. А, я понял, я мониторю право. Я еще твоего убил.
Да, это хорошо, да. Ну, он тут подгоревший был, слегонца. О, слава богу. Смотри, здесь вообще ног нету. Change a magazine! Смотри, там. Ну, они еще половину пропали уже. Больше даже. Здесь осталось два человека. А, вон, рука валяется. Прикинь, смотри, иди сюда. Ты видишь руку или ногу? Где? Вот иди ко мне. Вот куда я смотрю, видишь? Бежит кто-то. Дальше смотри. Нет, не вижу. Бежит кто-то. Не бежит. Сейчас, подожди, ее сфоткать надо, я не могу. Я тебе сейчас... Блин, просто чуть-чуть себя голову сфоткал. Еще не бежит. Еще бежит один. Сейчас в дверь зайдет ко мне. Или к тебе. Так, я ушел от твоей двери сейчас. Ушел, убил. Ушел. Кого убил? А я тоже убил, у меня в дверь вошел тоже. Тоже? Двое было. Патронов бы надо бы. Ну, на цепь пойдем, вон патроны, кстати, лежат соседи. А, нет, есть патроны еще. Да они орут где-то, братан. Ну, в соседнее здание побежал. Где патроны, вот. Да, я тоже. Я пока окна помониторю. Бежит. Где? С моей стороны. Не бежит. В нашем старом доме. Уже? Еще один. Да, кончил его. Сколько их сейчас можно? Бежит. Тут расслабиться вообще можно в этой игре, нет? Ты играешь для того, чтобы расслабиться. I'm ready! С моей стороны бежит. Оф, ты с одной пульки-то почему дробаш у него? Говно собачье. Я был отожратый, только что взял патроны. Наверное, обновился у меня этот, блин, жилет. Чё за, блин? Нет, я думаю, что жилет не обновляется. Скорее всего, он всегда... On your knees! Блядь, ну ты... Ту грину, блядь, сюда мне не кидай, пожалуйста. Он всегда... Так сказать. Пипец, блин. Нарубили мы капусты. Блин, мне цена. Anyone got eyes? О, пожаловаться на игрока. Пожалуйте. Ух, там их двое, один с шотганом. А, ты все? Да, это быстро. Слушай, братан, хочу другую карту. Я утомился с этой картой. Сколько мы здесь убили человек? Ты больше всех, 29 человек. Нарубил? А, да. Ну хрена себе. Да блин, задрало, ребята. Ну харе, мне надоело. Когда кончится-то победа? До 5 побед, что ли, там? По-моему, по времени. Думаешь? Да, мы сейчас быстро, давай быстро. Мне кажется, до побед. Мы же знаем уже все. Вот он. У нас нету. Брызнул. Ага, ты это вот. М24 было. Так, снаряжение. Класс. Мусинка на ганге. Пошел нахуй. 4Х. М. И 4Х 460 комбо. И другой прицел трассирующими патронами. Легкая разгрузка макаров. Да? Красавчик. Вот у тебя. У меня просто лазерный прицел уже на СВД не вешает. Я долго буду промахиваться.
Да что ж такое, женщина? Подвиньтесь. Покурить не даст. Затвор не передернул. Кстати, ты, может, куришь, поэтому косой такой. Да, мне неудобно мышку с факом нажимать. Да, кстати, реально неудобно. Ты так можешь себе фак оторвать. Да. Что бегает? We got enemy! В рюкзак их убил. Да нет, у тебя подлагивает просто. Ну, они реально здесь убивают. Я в рюкзаке людей убил. О, нет, пошел в жопу. Пистолет, Валера, пистолет. Дай перезарядить. Да дай перезарядить. Да ты задрал меня уже. Пошел в жопу. Ох, смотри, мозги. Мне кажется, это не они. Брызнул, хорошо. Смешно, да. Сейчас их здесь трое. Еще сверху. А, да, смотри, живой был. Я думал, трупак лежал. Давай, чик-чик. Чик-чик. Да успокойся ты, ёбаный. Реально не приключаешься, да? Ой, граната, ты смотри. Ты вообще, что ли, херёв? Гранаты в меня кидать? Чем мне этот пестик? Кто еще бежит? Никого. Как это никого? Смотри. Здесь никого нет. Тебе показалось. Бежит, бежит. Нет никаких звуков даже. Ну конечно, да. Это тебе кажется. Теперь сзади. Теперь тебе сзади кажется. Ну что он залег, а? Ну скажи, вот, ну не сволочь, не свинья. Я что, закладывать буду? Он типа залег, да? А он слышит, как ты закладываешь. Реально такой, знаешь, один глаз на затылке, блядь. Закладчик. Провода не перепутай. Я так и знал. М24, ни хрена себе. Слушай, вообще, это обосраться как смешно. Это просто юмор, да. Это реально смешно, прям. Я не могу. Пупок разрываю. Слушай, реально. Слушай, бежишь, надо было переключиться, убить его, потом переключиться на эту штуку и... Ура. Случайно. Че, давай пресинт. Пресинт вот этот. А, подожди, пуш, это не работает же, да? Чекпоинт, блин, а что у нас где, есть-то? Где мост у нас? Мост был у нас. Фармхаус мы играли? Не помню, блядь. Давай случайно, я понял. Да фармхаус, давай, фармхаус. Ну, блядь, это будет то же самое. Так случайно из этих шести выберет-то, скорее мы всего. Мы пуш выбрали с тобой, пуш. Мы пуш выбрали? Ёпта. А чё ж ты не выбрал то говно собачье, пуш? А, понятно. В общем... Не, подожди, давай, какую? Обороняющуюся секьюрити? Кем будем играть? Твоя граната, легкая разгрузка, тяжелая броня. М24, МК14. А вот так вот, да? Вообще ничего не даете. Ну давай, компенсатор, лазерный прицел, трассирующие патроны. Принять. Вспомогательные? Нет. Легкая разгрузка. А где боты? А, вот боты. Братан, ты не в той команде. Мы же эти. Ну блин, Валерий. Ну давай я перейду, чё. А ты, я с ботами или без? О, победа. А, мы с ботами, от смысла. Ну сейчас боты перейдут, видимо. То есть сейчас, автотимбаланс сейчас какой-то. Серьезно, серьезно, сейчас перейдут. Зачем ты вышел, блядь? Да не перейдут они, Валера. Ты, блядь, какой ты автотимбаланс? Ты что, смеешься? Они за определенную команду играют. Ну что тебе делать, а? Лазерный прицел. М450. Давайте так. Ты где, братан?
Да здесь я. Что-то карта какая-то незнакомая. А, блядь, та же самая, которую мы, от которой блевали уже. Угу. Ёпты. Нет, мне так не нравится. Это, блядь, пушка, прикинь, Валер, противотанковая, блядь, ружьё. Им стоять вообще неудобно. Гоней! Ого. Да, да, мне прям в это. Убил его, да? Раньше меня. Да. Идер. Убил. Всех. Слушай, когда она ставит на сошки, это просто. Бомба. Не, мертвый. Мертвый, да? Я, да, это я его стрелял. Брыщет, сучка, по-прежнему. И не важно, куда ты попадаешь, просто, блядь, это противотанковое, блядь, ружье. Но только стоя, блядь. Сейчас, когда секунду, ты... мне надо конфиг посмотреть. И что тут у нас? Противогаз, компас. Только командир, меню огневой поддержки, нож, взрывчатка туда-сюда. А кто у нас командир? Не без понятия. Бля, люди ложатся, а. Просто ноги оторвались. Прикинь, я выстрелил, нога оторвалась у человека. Да, это прикольно. Посмотри, посмотри, вот любого давай выберем, кто в нас стрелять будет. Ты охренеешь просто. Просто охренеть. Главное привлечь. Понятно, да. Держать ее на весу неудобно. Так, а зачем у меня рация? Скажите мне, пожалуйста. Там, к тебе идут. Да насрать, я смотрю конфиги. Так, значит, противогаз применить. Чё? Взрывчатка основная. Нужно выбрать бинокль только для командира. Окей. Противотанковые. Меню огневой поддержки, только командир. Ну окей, Джей. А где вот эта первая карта? Нормальная карта такая была, я не знаю, как она называется-то. Первая и вторая была с мостом, тоже ничего. Еще раз, если хочешь, давай попробуем. Че именно? Чтобы ту карту вызвать. Не то, что меня это раздражало, нет, вообще никаких эмоций не испытываю, поэтому. Справа, братан, к тебе сейчас придут из дыма. Ой, меня оттуда убил. Тебя оттуда убили. Давай, наверное, что, забьем? Можно еще поиграть. Надо выбрать тут нормальное оружие, потому что это, конечно, не жизнь, блядь, с этой винтовкой. Согласен. Сейчас я только снаряжение поменяю. А, нет, не буду менять. 4х уберу. Get ready! Сделаем это! 4х. 3х. Careful! Very good! А что, я не могу?
need the radio! Запрос наблюдатель. Так что делаешь-то? О, кто-то промелькнул на балконе. Убил, под домом убил. Я на горке убил. Хорошо. Я подхожу к дому. Я около дома. На балконе. Кончил. Я кончил. Хватит, как больно. Ой, меня убили, все. Серьезно? Там трое внизу. Да, вот они. Я одного убил около дома. Да отвалите от меня нахуй. Поливали огнем. Никакого негатива к игре нет. Подожди, это оружие, калаш что ли? Да. Через стенку, кстати, вообще задрали меня уже. Стоит показаться. Шкаф. О, yes. Да. Впитывай. Спасибо, братан, за игру. И тебе. Мы давно так не сливали, даже с людьми. Мы иногда выигрывали. Сложная карта. Сложная. Прям вообще на грани. Валер, мы с тобой не...